Сегодня я расскажу о том, как я делала подарок для своей подруги на день рождения. В магазине я купила обычную рамку для фотографий. Разобрав ее, я принялась за покраску. Определиться с цветом рамки было очень просто. Я выбрала любимый цвет моей подруги. Теперь я наношу рисунок на рамку. Это будут небольшие миленькие тюлени. Еще я решила нанести ее ник. Закрепляем краску лаком. Вместо стандартной бумажки, которую вставляют в фоторамку, я распечатала любимого персонажа моей подруги. Вот что получилось у меня в результате. Спасибо за внимание. Напишите в комментариях, понравилось ли вам.